Бой курантов, звон бокалов и красочные фейерверки в России встретили новый 2017 год. Главные торжества развернулись в центре Москвы, где собрались тысячи горожан и гостей столицы. Увидеть грандиозный салют, покататься на каруселях и с ледяных горок. В разных регионах до самого утра поздравления звучали и за праздничными столами, и на ярмарках, и на катках, а кто-то даже окунулся в ледяную реку. Вера Морозова о том, как прошла самая волшебная ночь в году. Шампанское на коньки. В Москве Новый год встретили на катке. Мадрид мы рок-н-ролла. Столичный Дед Мороз на огромных санях едва проезжает сквозь праздничную толпу. На ВДНХ в новогоднюю ночь собрались порядка 10 тысяч человек. Многие сюда ехали специально, издалека. Мы из Сибири. Из Северской, Томской области. Так далеко. Да. Зачем? Чтобы посмотреть самый большой каток. Ехали с Израиля. Москвичи, шалом вам, мазальтов. И, как говорят у нас, хак самэх. С Новым годом вас. Все с класса, Новым супер. Годом, Москва. Спасибо за гостеприимство. Здесь, в России, так здорово. Я так счастлива. Тем более, за ночь Новый год на катке встретили 5 раз. Вместе с Крайним Севером, странами Востока, со знаменитым китайским драконом, итальянцами и шотландцами. В центре Москвы публику развлекали уличные артисты. На каруселях в праздничную ночь катались даже взрослые. И торговые ряды были открыты до 3 часов. Гуляй не хочу, ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь. 2017 будет для нас самым счастливым, самым замечательным годом. В Красноярске катались кто с ледяной горки, а кто на санях, которые везли лошади в нарядных попонах. Добра, семейного очага. Хороших детей, хороших родителей. Счастья всем! Желаем в новом году буквально просто простого человеческого счастья. Статус крепкого сибирского здоровья подтвердили любители зимнего плавания. По традиции, в новогоднюю ночь они искупались в Енисее. С Новым годом! С Новым годом! Во Владивостоке на центральную площадь шли целыми семьями поглядеть на шуточные петушиные бои или испытать себя в метании валенка. А кто-то пустился в пляс рядом с главной городской елкой. Во Владивостоке в этот день снега не было, зато он появился в Крыму. Здесь главные новогодние фотографии не рядом с наряженной елкой, а на фоне сугробов. Ой, да, очень редко, да. Очень редко бывает снег. Сами рады. Дай бог, погода обрадовала нас в этот Новый год. А вот в северной столице погода совершенно не зимняя, плюс 6. Снежинки только на Зимнем дворце. Под лазерное шоу, бой курантов и залпы салюта новые 2017-й встретили на Дворцовой площади. Здоровья! Не расставаться! Друзей вот таких, как здесь, с нами! Здравствуйте, с друзьями! Во всей Москве салюты и фейерверки. Разноцветными огнями вспыхивало небо над Красной площадью, Воробьевыми горами и ВДНХ. Над парками и скверами везде хороводы, гулянья и поздравления от Деда Мороза. Всем счастья, любви и побольше денег и здоровья! Вера Морозова, Игорь Крицков, Тимофей Раевский, Артем Тихонов. Первый канал.